К началу торжественной службы храм Живоначальной Троицы в Адлере был уже полон. Господу помолимся. Праздничные службы прошли во всех 30 тысячах храмов и монастырей Русской Православной Церкви в 70 странах. И в этом храме, построенном в конце 90-х, на историческом месте. В 19 веке здесь был форпост Святого Духа. Впрочем, в рождественскую ночь многолюдно было во всех церквях. Немало гостей, которые проводят здесь каникулы, празднуют Рождество в храмах города. Мэр Анатолий Пахомов отметил, чувствует себя не только прихожанином. Заходя как бы сюда как прихожанин, я все равно обращаю внимание, конечно, на те мероприятия, которые мы должны были провести. Прихожане, которые пришли, чтобы они себя тоже чувствовали в полной безопасности. Я считаю, вообще Рождество это очень важным праздником. С появлением Христа, Его рождения, у нас появилась совершенно другая культура. О мире и любви, семейном благополучии – это, пожалуй, главное, о чем молятся в рождественскую ночь. Для каждого по-разному. Для меня это что-то личное, такое святое, семейное, Рождество, сочельник. Пришла с ребенком, со своей семьей, сестрой, с подругой, со всеми. Ну а после Рождества для православных завершилось время поста и наступили святки. Время радости и ожидания нового праздника – Крещения Господня. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.